Здравствуйте, дорогие друзья! Новый год – такой праздник, когда все должно быть прекрасно. И душа, и одежда, и настроение, и пища. Как раз с этой целью узнать как можно больше новых рецептов мы отправились в этакое вкусное путешествие. И сейчас географически и кулинарно находимся где-то между Дунаем и Холодцом. Непонятно? Сейчас объясню. Здравствуйте, Игорь. Доброе утро, Жанна. Это Игорь Мартынов, шеф-повар ресторанного дома «Дунай». А это... Австрийский домашний холодец. Вот я лично считала, что холодец – блюдо исключительно славянской кухни, нет? Вы знаете, в Европе тоже есть традиции, которые соблюдаются, и мы приготовили австрийский домашний холодец. Чем же австрийский холодец отличается от нашего? Ну, на самом деле, интересно. Вы знаете, наверное, тем, что в процессе приготовления телятина варится в бульоне при медленном огне с добавлением овощей, таких как морковь, корень сельдерея, лук репчатый. И в дальнейшем, когда готовится холодец, мясо нарезается кусочками и сверху выкладываются овощи. То есть, при подаче мы, конечно, поливаем, сдабриваем ароматным маслом в данном блюде, представлено тыквенное, и бальзамическим уксусом. А скажите, Игорь, а варится это блюдо тоже, как и наш холодец, 30 лет и 3 года? Ну, почти так, да. То есть варится, можно сказать, полночи, 5-6 часов на медленном огне. Не быстро готовится, на самом деле. То есть это варится долго. Но зато результат того стоит, правда? Да, да, конечно. И я думаю, что в том числе и холодец просто обязан быть на новогоднем столе под пожелание счастья и благополучия. С наступающим Новым годом! Здоровья близким и родным, полного стола и приятного аппетита! А вот эта вот жидкость, это что у нас? Попробуйте. А, надо угадывать. Надо, да. Но это не хрен. Нет, это не хрен. А с хреном бы это тоже неплохо было. А с горчичкой? Да. Вот.